Всем привет! Приехал делать новую татушку. Сейчас пойдем искать мастера. Будет сегодня больно. Давно уже собирался сделать новую татушку. Все никак не было времени. Да и не знал, что сделать. И тут вроде собрался с мыслями. Так что сейчас начнем творить. Итак, дошли мы до домашней студии. Вот эта вот маленькая хрупкая девочка, это мой мастер. Так что сейчас мы начнем. Это у нас начало эскиза. Будет у нас такая девчонка. И от нее уже будем отталкиваться дальше. Рисовать всякие, как это называется, мандалы. Мандалы. Ты что понял? Нет, мне очень больно. Мы только что побрились. Я очень такой. Я как раз сейчас ехал, такой думаю, блин, последний раз били, когда думаю, все, убью последний раз. Ну, нафиг все это терпеть. Думаю, ладно, еще сделаю. Итак, начинается у нас процесс перевода картинки. Какую-то странную красную жидкость на меня вылили. Вот. И красный перевод будет, потому что... Да, все не как обычно. Не синяя ручка, а будет красный. Будет красный, да. Потому что я уже перевожу не вручную, я перевожу с помощью... Трансферная, как она называется, правильно, блядь? Это Короче, специальная трансферная бумага, чтобы перевести картинку на... Это для термопринтера. Да, да, вот термопринтер, я все закрыла. Короче, бьем по новым технологиям. Набиваем контура. Ну, мы потихонечку. Хочу заметить, что в этот раз пока не больно. Так что все приятненько. Ну что, ребятки, закончили мы первую часть. Сделали вот такую обалденную девчонку. Дальше будем бить полностью рукав до плеча. Все прошло удачно. Так что на связи.